Привет, други! Продолжаем пилить приложение Чака Норриса. Значит, с вами Александр Сенин. Это я, это как со мной связаться. Так, открываем наш проект, смотрим, что мы сделали в прошлый раз. В прошлый раз мы нарисовали с вами в Xcode, да, вьюху. Сейчас будем делать модель. Для этого... Так, для этого создадим новый файл, назовем его модель. Унаследуем его от NSObject. Так. Есть. Теперь нам нужна ссылка, по которой будем грузить JSON. Так, давайте ее вот так вот. Chuck Norris API. Так, вот он наш Chuck Norris, первая ссылка. И вот он, jokes random. Оба. Копируем ее, да, и добавляем ее, ну, вот куда-нибудь сюда, например, да. Так, что у нас будет делать модель? Модель у нас будет загружать просто эту шутку. В ней будет сейчас у нас одна всего лишь функция. Там, вот, joke. Которая без параметров и будет возвращать нам строку, да, как раз строка это и будет вот эта шутка. Так, давайте объявим переменную, так, назовем ее joke, это будет у нас string, ну, пустой ее по умолчанию сделаем, и тут же ее вернем. Ага, есть. Так, Xcode нам ругается, говорит, что типа, ну, она никогда не меняется, эта переменная, но мы это сейчас исправим. Так, что значит дальше делаем? Теперь получаем данные по вот этому адресу, данные JSON, да, и укладываем его в NSData для начала. Значит, есть вот такой конструктор у объекта NSData, contents of URL. Вот, значит, URL в нашем случае это тоже объект NSURL. Так, ну, на самом деле можно сделать так, let URL равно NSURL. Так, и он... Здесь у нас есть такая штука, как URL with string, да? А string в нашем случае это вот как раз вот эта строчка. Так, и мы его разворачиваем принудительно. Значит, теперь создаем дату. Ага. Ага, он нам говорит, что нигде не используется, поэтому, пожалуйста, замените, да. И теперь вот в этой дате, это у нас просто сейчас бинарные данные, да, нам ее надо именно разложить в JSON, а точнее в объект NSDictionary, да. То есть вот там у нас счет JSON, нам его надо разложить вот в такой объект. Значит, что для этого мы делаем? Есть вот такая штука NSJSON Serialization, да. Это мы и будем использовать. Значит, JSON object, у него есть вот такой метод JSON object with data. Значит, вот будем использовать его. Здесь у нас наша data. И options NS JSON LO fragments. Вот такой вот стандартный опцион. Он нам ругается. Как бы вы думали, почему? Потому что он нам говорит, что, во-первых, data не развернута, а во-вторых, да, во-вторых, он говорит, что здесь может быть ошибка, да, и надо это дело проверять, как это делается. Такая конструкция doCatch, не так давно она появилась, пришла из Java, я думаю, вдохновленные как бы разработчики Swift увидели это в Java и сделали так же, да, doCatch. Значит, здесь надо написать try.
И все, да. И вот он у нас уже Xcode это все дело проглатывает. Теперь object with data нам возвращает. Давайте если посмотрим, она возвращает any object. Нам это не подходит. Нам нужен объект типа NSDictionary. Вот мы его сейчас преобразовали принудительно, да. И давайте еще получим. Ну и все это вернем в переменную. Значит, где у нас catch? Значит, здесь у нас ошибка. Ошибка какая-то, связанная вот с этим методом. Поэтому мы давайте так и напишем. Переменная return job, вот здесь в catch, мы присвоим как раз значение ошибка. Вот, ошибка при распаковке JSON. О, вот так. И вот эту ошибку, чтобы видно ее было, вот выведем вот сюда. Так, ну и вернем, соответственно, ее вот здесь вот. Return job у нас будет. Так. Теперь здесь, во-первых, давайте посмотрим, что у нас получилось. Давайте в консольку выведем этот наш словарь. Вообще, так ли мы все делаем или не так, да? Где-нибудь, например, в делегате создадим эту нашу модель. Let model равно model. И вызовем у модели метод loadJob. Давайте запускаем приложение. Посмотрим сейчас, что появится в консоли. Так, запускается. Так, бац. Вот оно наше приложение. Running. О, ошибка. Выпала ошибка. Так, что за ошибка, смотрим. Ага, значит, не так давно опять же. Чтобы подгружать данные из интернета в info playlist файл, нам нужно добавить один флажок. Сейчас мы это и сделаем. Значит, info добавляем app transport security settings. Ой, так это не нужно, извиняюсь. А вот сюда добавляем allow arbitrary law acts. Вот здесь yes, говорим. Окей. Еще раз запускаем наш проект. Смотрим. Так, о, вот она, наша цитата, да? Наша цитата, которая есть, да? Вот в объекте типа словарь. Значит, вот фигурные скобки в JSON, это NS Dictionary. Потом у нас еще есть один словарь типа value. Да, и о, type равно success, то есть можно по идее это по уму здесь еще проверить, какой у нас type, если type success, тогда получить value и здесь взять value в словаре, объект по ключу joke, строку по ключу joke, и ее вот эту строку вернуть, да, строку. Так, сейчас это с вами сделаем. Значит, единственное, что нам бы проверить, конечно, если success. А давайте так и сделаем. А если ошибка, просто видим ошибку. Да? Значит, если берем наш объект dict. Dict object for key type. Так, success. Причем success у нас не как строка. Папа. И давайте попробуем его преобразовать. На самом деле это интересная сейчас задачка. As string. Ну, так, кстати, сейчас мы посмотрим. То есть это булевый тип. Так, random. Type success job. Но это string, похоже, да. Судя по всему, судя по JSON. Job двоеточие. Type success. Еще раз давайте. Type success. Давайте. S string. Не видим. В консоль. Посмотрим, что это у нас будет. Там запускаем. Угу.
Да, это стринговый тип, поэтому его просто можно проверить. А равно ли это все дело с CSS? Так. Ага. Any object and string. Все понятно. As string. Конечно, так. Ну вот. Ага. Если здесь у нас все в порядке, тогда мы берем объект основарь, object for key, уже value. Вот этот value. As ns dictionary. И у него, у этого словаря, берем опять object for key, joke. Вот так вот. S string. И все это дело присваиваем значению random joke. В противном случае. Пишем return joke. Равно ошибка при получении JSON, напишем здесь. Получение JSON. Вот так вот. Вот так, други. Так, давайте запустим. Посмотрим, как это у нас пройдет. Так. Так, все запустилось. Все, значит, отработало у нас. Единственное, что давайте в делегате все-таки посмотрим, что нам выдалось-то. Так, опять же, в консольку все это дело выведем. В консольку. Бабанч. Запускаем. О! Отлично, вот очередная ошибка прочеркнулась. Еще раз запускаем. И еще одна очередная ошибка про чак Норрис. И еще раз запускаем. И еще одна ошибка. Отлично. Все работает, друзья. Итак, мы написали модель по загрузке шуток, да? Значит, вот поэтому URL получили объект NSData, используя объект NSJSON Serialization, получили из него шутку, проверили, значит, два раза на ошибку. Это все дело у нас первый раз при распаковке JSON, второй раз при анализе ответа, при анализе JSON с ответом. Все, и, соответственно, в делегате все это дело проверили, да. Все, друзья, на этом урок окончен. В следующем уроке будем связывать, да, нашу модель и нашу вьюху. Все, успехов вам в программировании. Еще раз напоминаю, что с вами был Александр Сенин. Если вам этот нравится видос, то можно лайкать и писать мне там ваши вопросы или под видео. Писать вопросы и предложения. Все, друзья, успехов.